Страх – это состояние ума, это состояние нервной системы. Ум оценивает ситуацию, и нервная система открывает сценарий опасности. Сценарий заложен в вашем теле как программа «Страх смерти». Смерть – это всего лишь идея, а не реальность. Ты видел, как умирают другие, но не видел, как умираешь ты, либо твое тело. Когда видишь, как умирают другие, это не твой опыт, это опыт другого человека. Сможешь ли ты понять, что такое любовь к своему телу? Видя, как один человек развивает свое тело, ты видишь только то, что внешне. Ты видишь только проявление его тела, но не самого человека. Разве любовь к своему телу – это разрушение его через какие-либо факторы, в том числе и еды? Именно об этом мы проговариваем на марафоне «Пранафит». Мы разбираем, как лучше тренироваться, если в вашей жизни отсутствует еда, либо ее так мало, что ваше тело не имеет энергии. А зависит ли энергия от потребляемой пищи? Как запустить энергоресурс вашего физического тела через тренировки вне еды? Присоединяйся!